Второе отделение открывает, да, не удивляйтесь, врач-кардиолог Антон Родионов. Согласитесь, что всегда спокойней, когда в зале есть врач, который может отслеживать сердечный ритм нашего концерта. На сцене Антон Родионов. Встречайте! Ищи меня сегодня среди морских дорог, за островами, за большой водою, за синим перекрестком 12 ветров, за самой ненаглядною зарею, за синим перекрестком 12 ветров, за самой ненаглядною зарею. Здесь горы не снимают снегов, седых одежд, а ветер лишь неверность и порука. Я здесь построил остров, страну сплошных надежд, с проливами свидания и разлука. Я здесь построил остров, страну сплошных надежд, с проливами свидания и разлука. Не присылай мне писем, сама себя пришли, не спрашивая тонкого совета. На нежных побережьях кочующей земли который год все ждут тебя рассветы. На нежных побережьях кочующей земли который год все ждут тебя рассветы. Пока качает полночь усталый материк, я солнце собираю на дорогах, потом его увозят на флагах корабли, сгрузив туман у моего порога. Потом его увозят на флагах корабли, сгрузив туман у моего порога. Туман плывет над морем, в душе моей туман. Все кажется так просто и непросто. Держись, моя столица, зеленый океан, 12 ветров, синий перекресток. Держись, моя столица, зеленый океан, 12 ветров, синий перекресток. Антон Родионов! Тринадцатого февраля 1979 года Юрий Визбор сделал запись в книге почетных гостей алма-атинского клуба самодеятельной песни «Тоника». Так уж вышло, что в прекрасной Алма-Ате я открыл клуб самодеятельной песни. Ну что ж, ребята, желаю вам продолжить славно и чисто только что начатое дело. На сцене участники алма-атинского клуба «Тоника» Ольга Качанова, знаменитый автор-исполнитель, и Вадим Козлов. «Улыбка Визбора» — это замечательное стихотворение Юны Петровны Морец, связано с событиями лета 1984 года. Время не самое подходящее для улыбок, но Юрий Иосич улыбался. Мы помним его улыбку, она с нами, и как песни дает нам силы. Стихи Юны Морец. Музыка написана по мотивам Юрия Визбора. Юру Визбора кормила я борщом, даже водки с ним я выпила глоток. Он принес мне сочинение под плащом, а за окнами висел дождя поток. Юра Визбор улыбался, как в лесу, как шиповник в розоватых облачках и какую-то чудесную росу. Улыбаясь, он раскачивал в зрачках.
Ни о чем я не жалею, ни о чем. Пел воробушек парижский на вокзал. Юра Висбор уходил, и вдруг лучом стал в дверях и, улыбаясь, мне сказал: не увидимся мы больше на земле, обещаю отлететь навеселе. Жизнь прекрасна, страшновато умирать. Что ты, Юра, не хочу тебе врать. И ушел он, напевая все до то, и насвистывая порги и бес. Так теперь не улыбается никто. Это был особый случай, дар небес. Так теперь не улыбается никто. Это был особый случай, дар небес. Ольга Качанова и Вадим Козлов. Концерт продолжает автор-исполнитель Григорий Донской. Песня, которую он сейчас исполнит, Юрий Висбор написал на Памире в июле 1977 года. Друзья мои, надо сказать, что эта песня имеет такую особенность. При всем ее декларируемом пессимизме она производит бодрящий, жизнеутверждающий эффект. Проверено в походных горных условиях. Вот и начинается беда. Если что, так это мне всегда. Солнце за гору заходит, пик-пик не приходит, через час настанут холода. Солнце за гору заходит, пик-пик не приходит, через час настанут холода. На горе сижу я, как на пне. Если не везуха, это мне. Солнце за гору заходит, бубна к бубне не приходит, через час настанут холода. Солнце за гору заходит, бубна к бубне не приходит, через час настанут холода. А товарищ прямою дымит, все переживает, аж окряхтит. Солнце за гору заходит, черва к черве не приходит, через час настанут холода. Солнце за гору заходит, черва к черве не приходит, через час настанут холода. В небе зажигается звезда, где-то жмут ночные поезда. Солнце за гору заходит, быстро жизнь моя проходит, через час настанут холода. Солнце за гору заходит, быстро жизнь моя проходит, через час настанут холода. Григорий Донской. Но у нас, правда, не через час, не через два холода не наступят. И вообще такой настрой в песнях Юрия Висбора встречается нечасто. Это было давным-давно, о чем напоминает нам Ксения Полтева. Ей аккомпанирует Александр Прокопович и Сергей Шитов. Встречайте. Добрый вечер. Этой песне в этом году исполняется 60 лет. Написана она в 1963 году. На востоке сосны низкие растут. Был там порт один далекий, и бывало в том порту флагов пестрая витрина.
золотое полотно. Как давно все это было, давным-давно. И бывала океанская заря, на рассветах подымала золотые якоря. Флагов пестрые ветрила, золотое полотно. Как давно все это было, давным-давно. Капитаны, приходили в ресторан и ругали рестораны, проклинали океан. Флагов пестрые ветрила, золотое полотно. Как давно все это было, давным-давно. Ксения Полтева, Александр Прокопович и Сергей Шитов. Друзья, мы с вами находимся в прекрасном гостеприимном зале на набережной самой светлой, самой длинной улицы Москвы.
И, может быть, в это самое время мимо проплывает речной трамвай, воспетый когда-то Юрием Висбором. На сцене Ирина Сурина. Ей помогает Александр Прокопович. По самой длинной улице Москвы, по самой тихой улице Москвы, где нет листвы, но много синевы, там наш трамвай скользит вдоль мостовых. Где нет листвы, но много синевы, там наш трамвай скользит вдоль мостовых. Москва 12, он не ледокол, да и Москва речушка не Нева. А мне с тобой так просто и легко, как будто здесь уже и не Москва. Веселье дым, легка любовь и ненадежна грусть. И мы на это с палубы глядим, сюжет той пьесы зная наизусть. Но наш вояж на счастье обречен. Ах, не спугнуть бы это невзначай. И лишь плеча касается плечо, когда волна волнует наш трамвай. И лишь плеча конечный пункт, асфальтовый причал. Мы сходим в жизнь, покинув тихий рай. Ах, если б нас до старости качал Москва 12, старенький трамвай. Спасибо. Ирина Сурина и Александр Прокопович. А с этого момента, дорогие зрители, мы вручаем вас в надежные руки участников проекта «Песни нашего века». Для заключительной части нашего вечера мы приглашаем на сцену Александра Мирзояна.
пропала зима. Но не гнаться ж за нею на север. Умирают снега, воды сходят с ума. И апрель в свои песни посеял. Ну да что ты меня, это мне не дано. Не дари мне ни осень, ни лето. Подари мне февраль, три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Подари мне февраль, три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Голоса по лесам, золотая легла, ветер в двери скребет, как бродяга. Я тихонечко сяду у края стола, никому ни в надежду, ни в тягость. Все глядят на тебя, я гляжу на дно, как вдали проплывает корветом мой веселый февраль. Три сосны под окном и закат задуваемый ветром, мой веселый февраль. Три сосны под окном и закат задуваемый ветром. Поклянусь хоть на Библии, хоть на кресте, что родился не за пустяками, то ли писать мне Христа на суровом холсте, то ли волшебный отыскивать камень. Дорогие мои, невиновно вино, невиновно вино, на огонь не наложено ветер, а виновен февраль. Три сосны под окном и закат задуваемый ветром, а виновен февраль. Три сосны под окном и закат задуваемый ветром. Ах, как мало я сделал на этой земле. Не крещен, не учен, не натружен, не похож на грозу, не подобен скале, только детям да матери нужен. Ну да что же вы все про кино, про кино. Жизнь не прожита, песня не спета. Вот вам, братцы, февраль, три сосны под окном и закат задуваемый ветром. Вот вам, братцы, февраль, три сосны под окном и закат задуваемый ветром. Александр Мирзоян. А мы приглашаем на сцену следующего участника нашего концерта. На сцене Галина Хомчик. Родион Марченко. Юрий Визбор. Вот хорошо, и тихо, и достойно, ни городов, ни шума, ни звонков. Ветру открыты все четыре стороны, мачта сосны и парус облаков. Вересковый куст,
из-под сырой травы желтеет осень. Вешнее солнце щиплет щеки нам. Ты говоришь, куда это нас носит? Я несказанно так удивлена. Вересковый куст, словно лодка, и далеко, далеко земля. Торопливых слов не понимая, руки раскинув в небе пустом, вся ты плывешь в синей воде мая, брошенным в реку белым крестом. Родион Марченко. Спасибо. Галина Комчик и Родион Марченко. И на сцену приглашается еще один участник коллектива «Песни нашего века» Константин Тарасов. Встречайте. Переходящая гитара. Листьев маленький остаток, осень желтая кружила. Вот он странный полустанок для воздушных пассажиров. Слабый ветер ностальгии на ресницах наших тает. До свидания, дорогие, улетаем, улетаем. До свидания, дорогие. Улетаем. Мы в надежде и тревоге ждем в дороге перемены, ожидая, что дороги заврачуют боль измены. В голубой косынке неба белым крестиком растаем от того, кто был и не был. Улетаем, улетаем от того, кто был и не был. Улетаем, улетаем. Нам бы взять
оглянуться, оглядеться, но за даром. Мы все крутимся, как блюдца неприкаянных радаров. Ах, какая осень лисья, ах, какая синь густая, наши судьбы словно листья. Улетаем, улетаем, наши судьбы словно листья. Улетаем, улетаем, ну так где же он, черт крылатый, на крылатом крокодиле? Ах, какими мы, ребята, невезучими родились. Может, снег на наши лица вдруг падет, да не растает. Постараемся присниться, улетаем, улетаем. Постараемся присниться, улетаем. Константин Тарасов. И вот, наконец, на сцене весь коллектив. Встречайте, Александр Мирзоян, Галина Хомчик, Константин Тарасов, Игорь Луньков, Вадим Мищук и наш бессменный аккомпаниатор Родион Марченко. Друзья, мы сейчас будем петь с вами вместе. Вот пока ребята подключаются, начнем мы. Ну, собственно, вы пели уже. Вы прекрасно подпевали тем, кто выходил на эту сцену. Но сейчас будет песня, которая впервые вообще прозвучала на космической станции. То есть это была первая песня, которая прозвучала в космосе под гитару. Космонавт Александр Иванченков каким-то немыслимым образом протащил на корабль и на станцию «Салют-6» гитару с собой в полет. Причем это была гитара московской, по-моему, мебельной фабрики. Вот. Шеховская. Да. Почему московской мебельной фабрики? Потому что это единственная гитара, которая могла выдержать перегрузки. Никакие мюзимы и резонаты этого бы не выдержали. А московская мебельная фабрика выдержала. И вот благодаря этому и Александру Иванченкову впервые в космосе прозвучала песня Юрия Висбора, которую мы с вами вместе сейчас поем. «Донбайский вальс». Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается, март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним сердце свое, этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Сердцов. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и окончился круг, помни, надейся, скучай. Снежные флаги разрук вывесил старый Донбай. Вот и окончился круг, помни, надейся, скучай. Снежные флаги разрук вывесил старый Донбай. Что ж ты стоишь на тропе, что ж ты не хочешь идти? Нам надо песню допеть, нам надо меньше грустить. Снизу кричат поезда, правда кончается март. Ранее сходит звезда, где-то лавины шумят. Снизу кричат поезда, правда кончается март. Ранее сходит звезда, где-то лавины шумят. Так,
такое фантастическое, бесконечное звездное небо получилось. Спасибо. Продолжайте петь так же. Нажми, водитель, тормоз, наконец. Ты нас тиранил 3 часа подряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Когда-то здесь горланили купцы, поступу день, зимняя заря, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд. Здесь бродит запад гидов тебя, на метрополь колхозники глядят. Как неохота уезжать не от тебя. Охотный ряд, охотный ряд. Как неохота уезжать не от тебя. Вот темный берег юности моей и гавань встречи, порт ночных утрат. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд. Перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд. Нажми, водитель, тормоз, наконец. Ты нас тиранил 3 часа подряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Спасибо большое, и вам браво, друзья. Ваши огоньки нам так помогают, спасибо. Прямо напоминает Грушинский фестиваль, который состоится буквально через неделю. Здравствуй, здравствуй, я вернулся. Я к разлуке прикоснулся. Я покину край, в котором лишь одни большие горы. Меж горами перевалы, в том краю ты не бывала. Там звезда есть голубая, в ней угадывал тебя я. Здравствуй, здравствуй, друг мой вечный. Вот и кофе, вот и свечи. Вот созвездие голубое, вот и мы вдвоем с тобою. Наши дни идут к закату, мы как малые ребята. Взявшись за руки, клянемся, то ли плачем, то ли смеемся. Здравствуй, здравствуй, милый случай. Здравствуй, храбрый мой попутчик. Разреши идти с тобою за звездою голубою. И на рынок за хлебами, и с корзинкой за грибами. И неси в своем корзинке нашей жизни половинки. Здравствуй, здравствуй, я вернулся. Спасибо. Ты у меня одна, словно в ночи луна, словно в степи сосна, словно в году весна.
нету другой такой, ни за какой рекой. Нет за туманами, дальними странами. Вы не провода в сумерках города. Вот и взошла звезда, чтобы светить всегда, чтобы гореть в метель, чтобы стелить постель, чтобы качать всю ночь у колыбели дочь. Вот поворот какой делается с рекой. Можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти, только свети, свети. Песня про маму. Снова нас ведут куда-то, и не ясен нам маршрут. Видно, горы виноваты, не сидим ни там, ни тут. Снова в горы и по тропам, с рюкзаками за спиной, груз под силу лишь циклопом. Мама, я хочу домой, груз под силу лишь циклопом. Мама, я хочу домой. Дома все же как-то лучше, ну а здесь придется нам целый день пробить покруче по ужасным ледникам. Будем ползать постоянно по веревке основной и питаться кашей манной. Мама, я хочу домой, не хочу я кашей манной. Мама, я хочу домой. Вон и круче, ближе тучи, камни сыплются гурьбой. На пожарный всякий случай мы связались меж собой. Мы идем по ледопаду, и представьте, путь такой. Хочешь стой, а хочешь падай. Мама, я хочу домой. Не хочу я что-то падать. Мама, я хочу домой. Снова я несу рюкзак. Да чего же мне, ребята, надоело жить вот так. Телеграмма уж готова, ни одной в ней запятой, в ней всего четыре слова. Мама, я хочу домой, в ней всего четыре слова. Мама, я хочу домой. Thank you.
следующая песня, у нее очень интересная история. Говорят, что сначала была написана музыка, а потом уже два поэта соревновались в написании стихов к этой музыке. Музыку написали Сергей Никитин и Виктор Берковский, а в написании стихов соревновались Дмитрий Сухарев и Юрий Висбор. Победил Юрий Осич. И теперь строчка из этой песни написана на его могиле. Нет прекрасней и мудрее средства от тревог, чем ночная песня шин. Длинной-длинной серой ниткой стоптанных дорог, что поем ранения души. Не разлукам старина, их круг лишь сон. Ей-богу, придут другие времена, мой друг, ты лей. Дорогу нет, дороги окончания есть, зато ее итог. Дороги трудны, но хуже без дорог. Будто чья-то сигарета, стоп, сигнал в ночах. Кто-то тоже держит путь. Незнакомец, незнакомка, здравствуй и прощай. Можно только фарами мигнуть. Не верь разлукам, старина, их круг лишь сон. Ей-богу, дороги трудны, но хуже без дорог. В два конца идет дорога, но себе не лги. Нам в обратный путь нельзя. Слава Богу, мой дружище, есть у нас враги. Значит, есть, наверное, и друзья. Не верь разлукам, старина, их рук лишь сон. Ей-богу, придут другие времена, мой друг, тебе дорога. Вот как будто бы сначала начинается судьба. У бетонного причала, у последнего столба. Здесь да не останься путь, здесь земля уже близка. Здесь косынку голубую я прищурившись искал. И забудутся едва ли эти несколько минут. Здесь меня когда-то ждали, а теперь уже не жду. Белой пеной мягкой лапы бьются волны, а маяк. Я схожу к себе по трапу, я схожу к себе по трапу. Независимый моряк,
но все время призывают отдаленные моря. Все куда-то уплывают, выбирают дикаря. Так и мы от чьих-то судеб, как от пирса отошли, так от нас уходят люди, словно море корабли. До свидания, дорогие, вам ни пуха, ни пера. Пусть вам встретятся другие, лишь попутные ветра. Море синее сверкает, чайки белые снуют, ни на что не намекают. Что ты? Ни на что не намекают, просто песенку пою. Намекаю, что ты? Ни на что не намекаю, просто песенку пою, просто песенку пою, просто песенку пою. Пам-пам-пш. Проект «Песни нашего века». Мы традиционно благодарим всех участников концерта, руководителей проекта «Имена на все времена» и, конечно же, зал соборов Храма Христа Спасителя за гостеприимство. Мы благодарим режиссера видеоряда Ирину Алексееву, Игоря Каримова, а также съемочную группу Антона Шиловского, Юлию Кузнецову и продюсера нашего вечера Елену Булышникову. Мы приглашаем на сцену президента фонда памяти Юрия Висбора и по совместительству режиссера этого концерта Татьяну Висбор. Ребят, садитесь, я поговорю. Дело в том, что я 20 июня уже давно воспринимаю как Новый год. Это действительно праздник. Ну вот такой у нас получился, какой, что называется, есть. Немногие добрались до этого зала вовремя, но тем не менее все равно вы здесь, и это безумно приятно. Мне остается вас традиционно всех поблагодарить. Я бумажку себе написала, но чтобы было солидно, вот с папочкой тоже вышло. Значит, спасибо всем друзьям моего отца, его поклонникам, всем вам, дорогие мои, в этом зале и за его пределами. Во дворе в Сретенке сегодня тоже собрались. И спасибо за это Мише Дееву, организатору, бессменному руководителю этих прекрасных посиделок, которые заканчиваются далеко за полночь. Так что в Сретенский двор, совсем недалеко от метро Сухаревской, вы еще успеете. Безмерное мое спасибо ведущим сегодняшнего вечера Лиде Чебоксаровой и Леше Рассашанскому. Продюсеру Лене Булышниковой. Ире Алексеевой уже упомянутой. Огромное спасибо. Просто эти люди, с которыми мы созванивались, вы знаете, я так любимым своим не звонила, сколько раз я звонила за последний месяц вот этим замечательным людям. Я сейчас своими словами, чтобы вы понимали, что это действительно великий труд. И действительно, когда ты работаешь 24/7, сценарий переписывается от готового до завершительного, окончательного, суперзавершительного, финального и так далее, и так далее. В общем, их, по-моему, было 9. Сегодня мы внесли последний правки. Просто маленький штрих. Это когда начинаешь, думаешь, что все уже потеряно, ты начинаешь судорожно брать телефон. Короче, я звоню в очередной раз продюсеру и говорю: Лена, ты представляешь, я взяла пульт от телевизора и пытаюсь тебе дозвониться. Секундное молчание. И она отвечает: и тебе удалось. Еще у меня почти личное, не могу не сказать, огромное спасибо гитарным мастерам Павлу Десневу, Роману Лихачеву, стараниями которых создана первая небольшая партия авторских копий гитары моего отца. Процесс этот долгий и трудоемкий. И моя отдельная благодарность Андрею Клепычу и Евгению Васильеву за помощь в его осуществлении.
Мне очень радостно, что папина гитара получила новое воплощение и новое звучание. Это правда классно. О дальнейшей судьбе гитар я обязуюсь сообщать в соцсетях. Наш вечер подошел к концу, но мы не прощаемся с вами. И мы надеемся, я очень надеюсь, что ровно через год мы снова соберемся этой же компанией, думаю, что она еще прирастет людьми, и отметим юбилей моего отца. Ему бы исполнилось 90 лет. 90 лет Юрию Висбору. Я уже придумала рабочее название. Вот сейчас похлопайте, понравится вам или нет. Вершины Висбора. Придете? Ну тогда я не прощаюсь. Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли костра. Вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится краб от крыла. Вот уж действительно пропасть между нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б отыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидает, представьте меня. Встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? Дорогие друзья, мы прощаемся с вами. До новой встречи! До новых встреч! В день рождения Юрия Висбора!